Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас на обзоре новые умные часы от Max, называются они Oasis X, это новинка, давайте скорее распаковывать. С вами обозревали похожие часы у моего мужа, это предыдущая модель часов Max, эти у нас пойдут на подарок. Часы классные, часы суперские, мы их за время использования уже оценили, сейчас обо всех фишках расскажу. За эти деньги, девчонки, это безумно крутой функционал, могу сказать сразу. Вот так приходит коробочка, упакована, пришли они достаточно быстро с AliExpress, ну, наверное, дней за 10, может даже меньше, слушайте, но дней 10. Такая красивая коробочка. Они представлены в трех оттенках. Мы выбрали вот такой вот темно-серый. Там еще был цвет хаки и цвет коричневый. Все цвета такие приглушенные, красивые. Прям даже не знали, как определиться. Так, достаем сами часики. Сразу хочу отметить, здесь есть GPS. Это очень классная функция. И в этой модели улучшен аккумулятор. Они в обычном режиме могут работать до 15 дней. А в режиме энергосбережения до 30 дней без подзарядки. Подзарядка магнитная, как у всех умных часов. Так, давайте смотреть, разбираться, что здесь есть у нас еще. Я потом, конечно, мы их потестируем, и я вам все подробно расскажу. Но мониторинг здоровья обширный, просто обширнейший, безумное количество программ для тренировок, видов спорта там миллион, просто миллион. Классное качество связи, вот просто реально классное качество связи. Он мне, муж, звонит с часов на телефон, и слышно отлично, даже лучше, чем по телефону на громкой связи. Вот это меня удивило, потому что, допустим, на моих часиках Watch Lora, да, не очень хорошая, нормальная связь, но не очень хорошая. У него прям крутецкая вообще, мне безумно нравится. Батарея, да, здесь улучшенная батарея, я вам уже рассказала. Так, и что у нас еще с вами? Давайте доставать, смотрите, как презентабельно, на подарок. За такие деньги, если продавец нам предоставит купон, а я надеюсь, он его нам предоставит на скидку, я обязательно вам в инфобоксе его пропишу. Вот такие они, практически черные, темно-серый цвет. Здесь у нас с вами наклеена пленочка. Вот такой вот ремешочек. И давайте смотреть, что у нас еще здесь с вами есть в коробочке. Здесь, наверное, у нас с вами инструкция подзарядка. Сейчас посмотрим. Да, это зарядка магнитная. И инструкция у нас здесь с вами лежит. Вот она. На русском языке есть у нас с вами или нет? Нет, на русском языке, к сожалению, нет, но здесь разобраться очень легко. В карточке товара на AliExpress все подробненько написано. Зарядка выглядит вот таким образом, это магнитная зарядка, и здесь обычно у нас с вами разъем USB. Так, ну что, мы будем разбираться в часах, и как только разберемся, я все пойму, расскажу вам обязательно подробности. А так, смотрите, очень красиво, вот здесь такие кнопочки, их уже несколько, вот такая крутящаяся, классная, и вот такие две. Дизайн вообще очень-очень симпатичный. Вот здесь они заряжаются. Мне прям нравится. И по функционалу они прям вот вообще не подводят. Красота. Ну что, мы изучили часы. Они действительно классные. Это кнопка включения. Они были полностью заряжены на момент включения. Это у нас сердцебиение, вот уже показывает. И, как и все часы, настройки свайп. Сверху вниз это самые главные настройки, они быстро тухнут, сейчас мы это все дело изменим. Яркость экрана можно прибавить, можно уменьшить. Вот яркость 100%, но они и так достаточно яркие, прям очень-очень яркие настройки. Циферблаты часов, тема приложений, отображение, яркость экрана, экранное время. Вот как раз то, что нам нужно. Мы сейчас с вами пока поставим максимальное 20 секунд. Поднятие для активации. То есть мы руку поднимаем снизу вверх, и у нас загорается экран. Так, дальше смотрим. Здесь у нас с вами все по спорту, килокалории, сердцебиение, настройки профиля. Это все производится в приложении. Приложение, какое я сейчас тоже покажу. Вот здесь активность наша. И снизу вверх это сообщения. Какие сообщения из мессенджеров? Это опять же ставится в настройках в приложении. Какие сообщения вы хотите получать? Там Telegram, WhatsApp, обычные сообщения, звонки и так далее. Так, про основные характеристики. Материал у нас с вами корпуса цинковая металлическая рамка плюс углеродное покрытие. Кнопка одна, это не кнопки, это просто для красоты, хотя мне кажется, они тоже работают. Нет, они не работают, это просто для красоты. Вот, кстати, сам функционал. Активность, телефон, мы делаем какая-то новая программа Alexa. Мы ее еще не изучили, но она много чего может. А в предыдущих часах такого не было. Тренировка, записи тренировок, пульс, кислород в крови, уровень стресса, сон, дыхание, погода, напоминание о событии, отслеживание цикла для девочек. Да? Музыка, воспроизводит музыку, они тоже очень классно, точно и достаточно громко. Управление камерой, функция найти телефон, будильник, секундомер, таймер, часы и настройка.
И внизу настроечки. Здесь у нас с вами циферблаты часов. Их также можно менять в приложении. Какой угодно. Мне вот это вообще нравится. А здесь вот их 4 классических, а так в приложении безумное количество. Выбирай, какой хочешь. И периодически выходит обновление, тоже можно все выбрать. Размеры 46,3 на 46,3 на 14,8 миллиметров. Кстати, класс водонепроницаемости, они действительно водонепроницаемые, муж с ними в душ ходил и так далее. Кто разбирается, IP68, это именно класс водонепроницаемости. Размер экрана у нас 1,38 дюйма, это AMOLED. Очень классные экранчики, прям вот их практически нереально поцарапать. Расширение 466 на 466 пикселей. Материал стекла у нас с вами особо прочный, я уже вам сказала, AMOLED. Есть датчик GPS. Позиционирование, ГЛОНАСС, вспомогательный GPS для быстрой фиксации, времени. Аккумулятор у нас с вами достаточно мощный, они такие тяжеленькие, 400. Энергосбережение, я вам уже сказала, до 30 дней, а в обычном режиме до 15 дней. В режиме голосового вызова до 545 минут и магнитная зарядка. Очень легко коннектится с Android 4.4 и выше, и iPhone, и iOS 8.2 и выше. Синхронизация с Apple и с андроидами вообще происходит очень-очень легко. У меня у мужа даже не Android и не Apple Highway, но это как бы Android, но там нету Play Market, все нормально. Сконнектились, когда часы включаешь, а здесь штрих-код. Штрих-код сканируем телефоном, перекидывает на страницу загрузки приложения, и часы коннектятся. Вот как называется предложение, как оно выглядит, Very Fit и Very Fit Pro. У нас сейчас скачалось Very Fit Pro, но мы сконнектились в старом. Приложение с огромным тоже функционалом, здесь очень много всего, вот они часики Oasis X, 92% заряд, вот они магазин циферблатов, здесь их очень много, разные подразделы, прям огромное количество, выбирайте на любой вкус и цвет, прям много-много, они еще подгружаются, загружаются, когда выходит обновление, тоже выходит много новых экранчиков. Управление уведомлениями, будильник, вызовы, отслеживание состояния здоровья. Но мы это ничего пока не подключали. То есть вызовы включено, но справочную книгу не синхронизировали. А так приложение само предлагает синхронизировать контакты. Отмечаем этот пункт галочкой. И контакты с телефона перегружаются в часы. Чтобы мы видели, кто нам звонит, да, чтобы имя определялось. Вот, кстати, Alexa. Мы тоже не входили пока в систему. Это голосовой помощник, который много чего умеет. Позволяет использовать Alexa. Проведите пальцем по экрану, чтобы узнать, чем она может помочь. Входите в режим тренировки, устанавливайте будильник, секундомер и таймер просто при помощи голоса. То есть завести будильник там, Alexa, заведи будильник там на 7:30, да. Вообще, это на самом деле крутая функция. Используйте голос для управления совместимыми с Alexa динамиками. Отслеживайте прогноз погоды, получайте ответы практически на любые вопросы. То есть как Алиса, вот что-то типа того, да. Только на часах. Считаю, это вообще тоже очень-очень удобно. Смотрите, что здесь. Режим не беспокоить. У меня, допустим, вот на ночь стоит. То есть у меня часы не вибрируют, не светится, ничего. Автораспознавание упражнений. То есть часы сами распознают, каким видом спорта вы занимаетесь. И, соответственно, поднастраиваются под него. Тип тренировки. Просмотр данных об упражнениях. Найти мой телефон. Управление музыкой. Уведомление о погоде. И так далее. Язык устройств. Ярлыки. Очень много всего. Функционал огромный. Также здесь есть, как использовать основной фитнес. Подробная инструкция, как использовать Алексу. То есть все здесь есть. Язык сразу по умолчанию, когда приложение открываем, коннектимся с часами, язык сразу ставим русский, и все отлично. Здесь у нас мои данные, мы редактируем, мы вводим свой рост, вес, имя, можем поставить фотографию, настройка единиц формата времени, там автоматически встали как бы килограммы, сантиметры, все как нужно в России. Руководство по защите фоновых процессов, вопрос предложения, справка, настройка. В общем, здесь очень-очень много всего. Если что-то непонятно, прям вот легко. Мои цели, то есть цели устанавливаем, допустим, 10 тысяч шагов, 20 тысяч шагов и так далее. Вот у нас тренировка, инструкции для тренировки. Нажмите, чтобы начать вашу первую тренировку. У нас стоит, смотрите, пробежка на улице по умолчанию, бег в помещении, прогулка на улице, прогулка в помещении, велопрогулка. В общем, здесь полно всего. Что у нас здесь есть, это первое самое во вкладочке. Сколько мы потратили калорий, частота сердечных сокращений, спящий режим. Это я тоже вот на ночь также ставлю. Записи о тренировках, шаги. Здесь будут и награждения, и рейтинги. На самом деле это очень интересно. Я в своих часах отслеживаю. Кислород, стресс, сколько вы спите, просмотр всех данных и так далее. Тренд просмотра, тенденции состояния. Недавние изменения, то есть в последнее время стабильно по упражнениям. То есть это такие, знаете, как бы отчеты по вашему здоровью. Развитие привычек сна, улучшение эффективности бега, медали, еженедельный отчет, члены семьи. То есть если такие же часы есть, то, пожалуйста, смотрите, здесь у нас с вами сообщения. Нет никаких сообщений. Так, и устройство, опять же. Что еще вам не рассказала, девчонки?
Сейчас покажу, как работает звонок с Telegram. С Ксюшкиного планшета позвоню. Сначала начинает вибрировать телефон, а потом часики. Видите? Здесь стоит пока вибрация. Также приходит оповещение о пропущенном звонке. Очень удобно. В общем, часы классные, часы удобные, функционал огромный. Просто вот за такие деньги, просто, девчонки, шикарно. Это у нас что? А слив воды. Ничего себе, представляете, какую функцию нашла. Встряхните часы. То есть, если сильно где-то намокли, а нет, поплавали в бассейне, где-то еще поплавали, они же водонепроницаемые, мы потом нажимаем на слив воды, и они сливаются. Фонарик. Вот как это все дело выглядит. Поиск телефона. Сейчас проверила. Смотрите, это вот эта лупа. Телефон прям орет очень громко. Вот так, представляете? То есть телефон не потеряется. Ну, будильник у нас здесь с вами день-ночь. Режим включен. Режим выключен. Настроечки. Все вам рассказала. Уровень заряда общий. Так, в общем, мне кажется. А, выключить устройство, перезапуск. Сброс настроек. Так, и что у нас тут еще интересно? Есть тема приложения. Смотрите. Вот так, то есть разноцветные. Какие интересные. У меня тем нету на моих часах. Классно. Так, и что у нас тут еще есть? Циферблаты часов, тема приложений, звук и вибрации, режим не беспокоить. Общее. А, ну все. В принципе, все вам рассказала. Слушайте, часы реально крутые. Сейчас скоро Новый год. Можно уже смело своим мужьям, папам, дедушкам и так далее заказывать, потому что вещь классная, стоит на самом деле копейки. Ссылки и всю полезную информацию, как всегда, оставляю в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.